Дежурная охрана, город Саран. Что у вас случилось? Информационный спонсор программы происшествия — радиостанция «Милицейская волна Саранск». 105.6 FM. Первые выходные декабря в Мордовию унесли жизни сразу нескольких человек. Они стали жертвами ДТП и пожаров. Несчастные случаи экстренной службы стали фиксировать еще вечером в пятницу. Около 20 часов 2 декабря в Лямберском селе Русская Свербейка загорелся жилой дом площадью в 120 квадратов. К счастью, никто не пострадал. Тем временем в Саранске дорожная полиция разбиралась в обстоятельствах ДТП на Старопосадской улице. 20-летний водитель «Соляриса» не справился с управлением и врезался в дерево. После этого машину отбросило на тротуар в полуметрах от окон частного дома. Как сообщили в ГИБДД, травму получили и водитель, и его 20-летний пассажир. Оба госпитализированы. Трезвость автолюбителя станет ясна после экспертизы. Мы пришли и вытащили. Одного вытащили, а второй это уже когда вот... Самой печальной новостью прошедших выходных стал пожар в Инсарском районе. 3 декабря в 2 часа 24 минуты жители села Ямщина сообщили о горении жилого дома. Когда на место прибыли спасатели, строение полыхало как факел, и войти внутрь возможности не было. Позже при разборе сгоревших конструкций были обнаружены фрагменты тел трех человек. Это 52-летний хозяин дома и две его молодые гости. По словам соседей, пожару предшествовало застолье, которое длилось 4 дня и 3 ночи. Представителями сельской администрации все трое характеризовались с отрицательной стороны, неработающие, злоупотребляющие спиртными напитками, ведущие асоциальный образ жизни. Все трое курили. Наиболее вероятной версией возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет. Он же будет выяснять и детали пожара в краснослободском селе Колыпино. Сотрудники МЧС туда не выезжали. Мертвого 65-летнего сторожа в сгоревшей бытовке утром обнаружили работники молочно-товарной фермы. Еще одна гибель в соседнем Старошаевском районе была зафиксирована в субботу в 8 часов утра. Теперь уже в результате ДТП. На 55-м километре подъездной автодороги от федеральной трассы М5 Урал городу Саранску 32-летний водитель «Волги» выехал на полосу встречного движения и в лобовую столкнулся с «Ладой Грантой», за рулем которой находился 64-летний пенсионер. Выжить водителю «ГАЗа» не удалось, а вот водитель «Лады» и двое его пассажиров сейчас в больнице. В субботу на той же трассе, но уже в Лямберском районе, спустя 6 часов произошло еще одно столкновение. Водитель 83-го года рождения, управляя автомашиной «Лада Приора», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2110, которой управлял водитель 92-го года рождения. В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «Лада Приора» был осмотрен на месте прибывшей бригады скорой медицинской помощи. Вон едут пожарные. Крайним выездом экстренных служб в субботу стало ЧП в Рузаевке. По словам очевидцев, пожару на улице Карла Маркса предшествовал взрыв. Пользователи социальных сетей рассказывали, что отец с сыном ремонтировали в гараже Ниву «Шевроле», но что-то пошло не так. Сами мужчины не пострадали, а вот спасти 11-летний внедорожник и постройку площадью 24 квадратных метра не удалось. В воскресенье в Саранске тоже горело, но не гараж, а квартира в доме на Севастопольской. Густые клубы дыма, которые валили из окон четвертого этажа, заметили прохожие. Приехав на вызов, пожарные увидели полыхавший открытым пламенем кухонный гарнитур. Было создано два звена газодымозащиты. Одно направилось на разведку в горящую квартиру, другое приступило к эвакуации жильцов, проживающих в задымленном подъезде. На улицу пожарные вывели 12 человек. Внутри жилого помещения, где находился очаг пожара, людей обнаружено не было. Пока не ясно, от чего загорелся и жилой дом в Ковылкинском селе Токмово. Вечером 4 декабря там почти до фундамента выгорело строение на площади 50 квадратных метров. Внутри находилась 89-летняя бабушка. Шансов спасти пенсионерку не было, говорят в МЧС. Да, мы там это самостоятельно... Все выходные пользователи социальных сетей активно делились фото и видео ДТП, большинство из которых механические. Кому-то из участников столкновений удавалось даже скрываться, правда, ненадолго. Были аварии с участием общественного транспорта. Нерядовой случай в минувшее воскресенье зарегистрировали дорожные инспекторы на улице Ульянова в Саранске. Во время движения у троллейбуса взорвалось заднее колесо. Сила была такой, что фрагменты резины пробили подкрылок и с кусками пластика, грязи и облаком пыли заполнили салон. В эпицентре взрыва оказался 17-летний пассажир, которому мелкие частицы попали в глаз.
Подростка на скорой отвезли в больницу, но после осмотра отпустили домой. На водителя троллейбуса был составлен административный материал. Согласно части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то есть за управление транспортным средством при наличии неисправностей. Александр Аносов, «Происшествие», 10 канал. Обрушение общежития Рамадановского аграрного техникума наделало много шума. Еще бы, 16 ноября прошлого года сразу несколько семей в одночасье остались без крыши над головой. Здание начало разрушаться прямо на глазах. Обвалились лестничные марши с третьего по первый этаж. Когда мы уже спустились, то есть полы на вахте начали кафель проваливаться в подвал. Я говорю: «Ирина, зайди», говорю, «я не знаю, у нас, говорю, потолок уходит». Вот так вот начал уходить вниз потолок. И она говорит: «Выбегайте все». На крики вахтера среагировали все жильцы. Они хватали все самое ценное и выбегали на улицу. Некоторые едва успели вывести детей, когда случилось самое страшное. И потолок, и стены рухнули, все. Давай! Это уже не прокатило. Прокатит, давай! Бей! Вот. И все. А теперь его дергать ее. К счастью, в тот ноябрьский вечер все успели покинуть общежитие вовремя. Однако паника все же сделала свое дело. В комнате на втором этаже общежития находилась жительница данного общежития. Опасаясь за свою жизнь, что общежитие может быть разрушено и, соответственно, она может погибнуть, она самостоятельно стала спускаться с второго этажа через окно. Сорвавшись с веревки, она упала на бетонные плиты возле здания. В результате этого отчаянного шага женщина травмировала ногу. Обвиняемым в деле об обрушении общежития стал заместитель директора по административно-хозяйственной части Рамадановского аграрного техникума. Ему придется предстать перед судом за халатность. Обвиняемый, более 10 лет занимая указанную должность, являясь ответственным за техническое состояние имущества, которое находится в оперативном управлении, каких-либо мер по текущему либо капитальному ремонту здания не предпринимал. О том, что в подвале постоянно находится вода, которая разрушала фундамент, обвиняемый прекрасно знал. Только вот никаких мер никто так и не предпринял. В результате обрушения здание было признано аварийным и не подлежащим восстановлению, и собственнику, Государственному комитету имущественных и земельных отношений Республики Мордовия, был причинен ущерб в размере более 17 миллионов рублей. Одна из жительниц общежития, чья квартира находилась рядом с эпицентром, потеряла немало. Ущерб ей составил порядка 72 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело уже передано в суд. В скором времени начнется его рассмотрение. Дарья Аберясева, Александр Зюзяев, «Происшествие», 10 канал. Третий отдел полиции Саранска по подозрению в совершении кражи разыскивает неизвестную женщину. 12 октября 2016 года, находясь в офисе компании, расположенной по улице Александра Невского, она похитила кошелек, в котором находились 5000 рублей и банковская карта. Приметы подозреваемой: на вид 45-55 лет, среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров. Если вам что-либо известно о личности или местонахождении этой женщины, просьба сообщить по телефонам 29-9002 или 102. Следственный комитет Мордовии разыскивает 63-летнего жителя Качкуровского района Зимина Александра Александровича, который в июле 2016 года ушел из дома своего знакомого в селе Напольная Тавла, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По факту его безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по статье убийства. Приметы Зимина: рост 175 сантиметров, волосы седые, глаза темные. Был одет в короткую трехцветную куртку, черный комбинезон, темно-коричневые ботинки. Особые приметы: родимое пятно на лице. Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Зимина или обстоятельствах его исчезновения, просьба сообщить по телефонам 560714 или 102. Они настойчиво ждут от тебя благодарности. Они просят понять, ведь у них тоже есть начальники. Они быстро решают проблемы только для своих. Не корми коррупционеров. Живи честно. Телефон дежурного следователя Мордовии 471-169. Круглосуточно.
105.6 FM. 105.6 FM. Милицейская волна. Пожарная охрана города Саранск.